Девочки, всем привет! Мы сегодня заехали спонтанно на базу. Вот, попросили у нас заехать за орхидейками. И решила запустить вам прямой эфир. Здесь выложили остатки, которые остались от оптовиков, кто что не забрал. Такие красотки. Это горизонт, что ли? Что заинтересовало, пишите прям тут под прямым эфиром. Группу, наверное, выкладывать не будем. Я вам озвучу цены, могу корни показать. Шейку. Такие красотки. Это не пока по ароматкам. Шмачки. А Бориан всего один есть. Это очень классный ароматик. Горизонтик. Есть буду. Красавец. Буду, кстати, 1450 рублей всего. Вот и поставка. Обычно дороже. Так, камни. Такой красавец. 1415. Вот котики. Котики, чарми. И манго. Красотки. Так, еще у нас остались каскады. Каскады. Октопус на каскаде вообще шикарный. Венозник. Сзади вон стоят пираты, сейчас покажу. Еще просто цена. Цена в районе 3000. Вообще вот этот нежнейший белый, там еще есть розовый. Так. Для пензилина вот этот, смотрите, цена видео. Котики по 1810 видела. Сейчас посмотрю, может по 1400 остались были. Посмотришь котиков по 1400? Были, мы продавали, были по 1400. Так, Лас-Вегас есть. 145. Вот, есть один котик за 1145. Разница 1,20. Да, он на 1,20, а на 2 уже там в районе 1800. Всего один Лас-Вегас. Красавец. И пиратики. Пират Пикати 1568 рублей. Красавчик. Да, Татьяна. Так, осталось еще два спарца. В прошлый раз привоз все разобрали просто разом. По всем группам. Мы тоже спарксов брали. Спарксы по 1562. Чарли на 11 у нас есть. Смотришь? Так, есть у нас мазнички нарядные, яркие. Вот такие красочки. Еще венозник. Это, Таня, а вот эти вот приборы. Такой. Так, это у нас Винес Венус, кто как его называет, 1435 рублей. Цветоносу 1612 рублей. Вот. Чармеры на 2 цветоноса. Вообще отклонение. Да, крапушки. Такая милота вообще такая. Обалдеть. Сорт Венус. Да. Недорого, кстати, на 2 цветоноса. Так. Такие красотки у нас. Вот еще красавец просто. Отсвечивает пленками. Очень красиво, насыщенный. И вот этот вот. Очень красивый, очень нежный. Смотрите, какая нежнятина, 20 тонов.
Всего один такой. 1391 рубль плюс 250. Такой нежный. Вот все хожу мимо него, вот очень много цветов стоит. Но он прям цепляет взгляд. Я не знаю, что это за сорт, или он просто сам по себе такой красавчик. Но, наверное, какой-то сорт. Смотрите, как красиво оформлена вот эта вот каемочка. Кантик такой красивый вообще. И вот такая губа у него тепловая, желтая. Очень красиво. Соседилась к нему Карина. Белая красотка. Это у нас Сурсон. Да, Сурсон. Сурсон тоже один всего. На два цветоноса. Цена 1575 рублей. Такие красавчики. Так, еще один. Не котики, это эти. А, ягуар. Ягуар, да. Кстати, ягуар не дорогой. Сколько? 891 рубль. Ягуарчик 891 рубль, но он на один цветоносик. Есть. Ты еще понижнятине. Здесь вот это все не могу понять, что за сорт, потому что по-разному везде пишут, вот с белым кантиком, нежным. Рыбник какая-то. Ну, да. 1392. 1392. Плюс 250. 20 тоносов. Да, корней много. Бомбические просто. Еще и розеток много очень. Розетка хорошая. Крупненький такой очень. Корни очень бомбезные. Подлипчик. Так, что еще? Да это такой цвет красивый. Бархатистый прям. Не просто, знаете, такие фиолетовые, а вот прям интересно очень. Красавчиком. Такой у нас в прошлый раз брали. Не помню, что за сорт. Крылья. Вот есть еще такой. Красавец. 1089 рублей. На 20 тонов. Очень красивый. Сейчас крылья принесу. Сравнение. Она поменьше, да, просто чтобы было. Понятно, наглядно, вот. Поменьше родлипа. Ну, густющий, густющий, густющий. Такой, знаете, интерьерный чисто. Красиво. Ну, корни, да, не очень. Ну, в принципе, жизнеспособная. Прости, ну, нужно будет повозиться. Так, тут смотрите, что еще нашла, спряталась у нас. Такой красавчик вообще. И про Викторию. Кто-то у нас, девочки, сильно спрашивал за 3044 рубля плюс 250. Ну, пиши, уже разобрали, наверное. Крупнючая вообще. Ну, по 12 сантиметров где-то цветочек. Были побольше. Да, был побольше, да, это, ну, подороже чуть-чуть стоило. Но это тоже а очень. Сколько крупно? Ну да, тут 3044 тоже было метров 500. Да. Крупный красавец Виктория. Ну, у нас кто-то спрашивал Викторию. На 20 тонов. На 20 тонов. Прям весь да. Бутонов, бутонов еще будет. Бутон у него такие крупнючие вообще. Горшок большой, корней много. Не знаю. Не достанем его сейчас, да, неподручно. Вот. Корни тут стильные. Сантиметров 18, наверное, горшок. Да, горшок где-то вот так вот. Вот такой. Двухлитровый. Да. И давайте я покажу
зеленушку. Вот, кстати, стоит. Чем-то заказано в зеркале. Посмотрите. Такие. Можно такие заказать. Он желтый, у него глибчики. Вот этот мне еще, кстати, не сейчас нравится. Не знаю, что это сорт. Красиво очень. Его всего несколько раз встречала. Пыталась найти сорт по фото, а нет. Показывает нам вообще не эти сорта. Вот, покажу по зелени еще, что есть из зелени. Комнатных растений тоже очень большой выбор. Змеокулькус большой, больше метра. 2500. Много кактусов, студентиков. Клеопатра. Это, который вот этот желтый с горизонтальными полосочками. Возможно, возможно, потому что я когда смотрела, там очень много писали, а мне так и не удалось определить его, вот очень нравится. Хожу себе, посматриваю, монстерка густенькая такая хорошенькая, делициозная, и манки есть. Так, амарантовых вот привезли к латеечке. Видимо, сейчас еще вот тут такой же башка. Камея вообще красивеющая, да? У нас сегодня такой обзор. Приехали забрать цветы. Девушки просила на заказ. Вот. И решили снять обзорчик, потому что тут выставили еще цветы. Прикольные. Примы. Наша флера очень красивая, растущая. Вот, сейчас покажу вам, как в горшках, видимо, выглядят. Большой напольный горшок. Такой густенный цимбидий вообще, красотища. Цимбидий уже забыла 3154 рубля. Вот этот вообще крупный, такой нежный, такой цветок красивый. Я в прошлый раз снимала, еще видео не смонтировала. Выложу потом в группу, выложу на YouTube. Красиво очень. Мне кажется, на 8 марта надо вот такие дарить цветочки, а не срезку, которую выкидывают и все. Этот будет класс, прям очень-очень долго радовать. Очень красивый на подарок, прям такой. Шикарный просто. Вот, увлеклась на этом видео. Показываю дальше зеленушку, кактусики. Драценка всего 295 рублей. Малютка, но они, в принципе, быстро растут, фиалочки. Вот такая тут красотка. Не знаю, как называется. Вот, культуры крупные. 1361 цена всего лишь. Метровый. Один красный, а вот эти такой малиново-фуксиевый. Красивый, очень крупный. Не помню, как называется. Другой-то, что ли? Не помню точно, когда такой развернутый лист. Так, мандарин. Травы и папоротнички. Крупнючие ванды. Ванды просто шикарнейшие. Вот. Из зеленушки все. Лимоны у нас тут раз кто-то спрашивал. Вот, но это дорогой такой лимон. Не бюджетный. Вот. Мы забрали цветы, которые мы спросили на заказ. И сейчас будем тогда завершать эфир. Если кого-то что-то на эфире из цветочков заинтересовало,
пишите нам. Группу вряд ли будем выкладывать, либо сейчас так общими фотографиями, без детальной съемки. Все, всем спасибо за эфир. Будем заканчивать.